Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, нет, забываем про образ суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, подписываемся на мой игровой телеграм-канал. Ребятушки, слушаем новый трек Лида. Ира. Ой, ну какой красавчик, какой красавчик. Скажем, очень, знаете, такой легкий, такой солнечный трек, ребятки. Голос у него очень красивый, очень красивый. Текст о любви, ребятки. Ну, юмор и с юмором, естественно, текст. Ну, слушать можно, ребятки, можно. Друзья, что скажу? Очень симпатичный мальчик, очень красивый голос, очень красиво фальцеты делает. Вот поет потом коммунальная квартира. Туда пошел высоко, ребятки, да? Красиво фальцеты получается у него. Мне понравилось, ребятки. Девочка красивенькая, она пушечка. Ну, наверное, мне кажется, ну, красивая девочка. Трек, ребятки, солнечный, юмористический. Пожалуйста, слушайте. Так, слушаем дальше, ребятушки, трек. Поехали, друзья. Ребятки, очень красивый трек. Умница. Так красиво поешь. Ну, прям умница. И музыка такая красивая. Все так нежно. Молодец. Дальше как будет, не знаю. Может, не нежно будет, а по-другому музыка. Я ж не знаю, как развернется. Но то, что я услышала, нежность. И такой голос. Такой прям классный голос. Молодец. Все равно скучно. Ума на ногах, но правда на майке. Мой брат при мне не перебирает. Я накоплю кэш, потом забираю. Шорисом. Ребят, второй голос какой красивый, да? Очень красивый, такой чистенький, такой классный. У меня на ней есть план, и мы уже гоним по Питеру. Я иностранец, ранина, пальцы, пальцы. Каждый год, я не достану.
друзья, что скажу? Во-первых, музыка очень красивая. Такие там инструменты, конечно, такие тыка-тыка-ты. Вот что это за инструмент, не знаю. Но мне так понравилась музыка. Такая нежная, как будто какие-то... Ну, красивая очень. Музыка очень понравилась, ребятки. Ласковая такая, какая-то нежная, ласкающая даже, можно сказать. Голоса очень красивые. Ребятки хорошо пели. Хорошо. Немножко автотюнинг добавляли для вкусности. Да, ребятки? Своя вот линия, да, линия исполнения. Своя линия вот текстов, да, можно сказать. Ну, красиво. Красиво. Своё вот, своё. Понимаете? Мне понравилось их направление, между прочим. Молодцы. У них красиво получается. Ребятки, не останавливаются на достигнутом. Продолжаем также писать. Красиво. И петь также красиво. Мне понравилось очень. Пока, друзья.